Красногорском управлении социальной защиты возобновилась выдача путевок на санаторно-курортное лечение. Они положены льготным категориям граждан в соответствии с федеральным и региональным законами. Чтобы встать на очередь за направлением, в соцзащиту обращаться не нужно. Заявление оформляется в личном кабинете портала госуслуг. Там же с этого года можно проверить свое место в списке. Для этого авторизация на данном сайте не требуется. Нужно просто на него зайти. Сайт услуги.мосрег.ру. В поисковой строке мы забиваем «Бесплатные санаторно-курортные путевки». Мы нажимаем, выбираем «Получить услугу». И в цель вашего обращения выбираем «Проверка очередности на путевке». Нажимаем «Заполнить форму». Здесь просит соглашение. Персональные данные, вводим фамилию, имя, отчество, дата рождения, СНИЛС, и по итогу выходит номер очереди. В Красногорске свои путевки на лечение в санаториях и на курортах России уже получили 26 детей с ограниченными возможностями здоровья и 19 инвалидов. В наличии еще 6 путевок для региональных льготников, пенсионеров и ветеранов труда с доходом, не превышающим 2 прожиточных минимумов. Первый заезд 15 июля. Жители округа отдохнут в Краснодарском крае, Минводах, Калининградской, Смоленской и Костромской областях. Стало удобнее и получить билеты на поездку. В регионе заработал сервис электронных талонов. Человеку приходить в управление соцзащиты за талоном, вот этим бесплатным проездом, не надо. Он заходит на региональный портал, заходит через свой личный кабинет, опять набирает выдачу бесплатного талона на бесплатный проезд, заполняет туда все свои данные. Мы в течение одного дня смотрим, инспектор наш определяет либо да, либо нет. Если есть решение положительное, он увидит, то он идет своим паспортом на железнодорожные кассы, то есть никаких дополнительных талонов, каких-то еще, кроме паспорта, не надо ничего. При этом право на бесплатный проезд имеют только граждане, социальная помощь которым гарантирована федеральным законом. Это участники и инвалиды Великой Отечественной, чернобыльцы, узники фашизма, дети с ограниченными возможностями здоровья и еще ряд категорий.